Люди есть либо за отечество, и это природное качество. Это природное. То есть это даже не мозги, это инстинкты. Либо люди не, кстати, имеют другое что-то в головах. Какие-то измы, какие-то, значит, не знаю, коммунизмы, мировые какие-то, значит, правительства, мировые демократии. Это независимые друг от друга вещи. Другое дело, что человек может не выставлять понятие идентичности своего себя с отечеством как понятие, основополагающее в своей жизни, а тем более политической деятельности. Соответственно, я не считаю, что вот люди меняли свои взгляды. Ну, кто-то, может, и менял, но их не так и много. Они просто изменили приоритеты в своих взглядах. Вот это другая история. Потому что сторонником Отечества может быть, ну, условно говоря, и либерал, и, так сказать, и сторонник государственности. Вы понимаете, либерал – это тот, кто за снижение роли государства. И это никак не связано с понятием патриот-не патриот. Это своя полка понятий. То есть люди, которые любят маринованные грибы, а есть, которые не любят маринованные грибы. Но это не связано с патриотизмом ни тех, ни других. Вот если мы посмотрим на логику человека, то, как правило, люди не меняют свои взгляды, они поменяют приоритеты в своих взглядах.